Взвешивание эти парни по-настоящему зажгли. Александр Степанов пытался спровоцировать своего соперника, подтолкался. Потом сказал, что он готов либо победить, либо умереть, потому что собирается отправиться в Вальхалу. На что Гоголин ответил: если ты хочешь в Вальхалу, я тебя туда отправлю. Посмотрим, кто кого сегодня отправит в Вальхалу и отправит ли. Начинает Гоголин с шикарного левого миддлкика. Гоголин — представитель койски карате, он чемпион России по этому единоборству. И сегодня у него профессиональный дебют. Не только на Emirate Fight, но и вообще. Но вообще этот парень мечтает о карьере в ММА. Ну а вот профессиональный кикбоксинг, профессиональный тайский бокс рассматривает как такой определенный трамплин. Александр Степанов к своим 19 годам уже провел аж 11 профессиональных боев, 7 из них выиграл. Удивляться не стоит. Дело в том, что представляет Степанов школу кикбоксинга Андрея Чадина, очень известного тренера из Орла, тренер, который воспитал таких звезд, как Уранбек Исенкулов и уже упомянутый сегодня неоднократно Влад Туйнов. Кстати, секундирует Степанова, который сейчас попал в пак сопернику. Очень приятно Андрею Гоголину. Прямо точно в ракушку пришел сюда. Так вот, секундирует Степанова еще один известный боец из Орла, Александр Темп, который, насколько я понимаю, сейчас уже карьеру завершил. Но теперь начал карьеру тренера. И усилил тренерский штаб Александра Степанова в этом бою. Чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по тайскому боксу. Неоднократный победитель профессиональных турниров и по кикбоксингу, и по боксу. Настоящая легенда нижегородских единоборств Дмитрий Васенев. Этот великан, который, когда сидит, это не так сильно заметно, а так, поверьте мне, просто огромный человек. Сегодня он в углу Александра Степанова. И то, что провел Степанов один из боев, неудивительно. Дело в том, что парни из школы Чадина очень рано начинают профессиональную карьеру. Подобно Таиланду, где уже там в 14-16 лет бойца можно назвать матерым воином. Также Андрей Чадин кидает своих бойцов в самое пекло, поэтому Александра Степанова можно назвать достаточно опытным спортсменом. Гоголин постарше, ему 21 год, и он, как я уже рассказывал, делал карьеру в койске карате. Некогда очень популярный вид спорта, в том числе и в России. Но вот в последние годы как-то так остается за бортом телеэкранов койски карате. Но по-прежнему там готовятся очень серьезные спортсмены. Бэкфист от Гоголина. И после этого, промахнувшись, он ныряет под боковой Александра Степанова. Степанов увлекся такими размашистыми ударами и не увидел, что соперник от его ударов уходит. Но очень настырен Александр Степанов. Он так старается работать с позиции силы. Почти каждый его удар акцентированный и достаточно короткими комбинациями постреливает боец из Орла, в то время как Андрей Гоголин показывает очень хорошее движение на ногах. Он пластичный, он здорово играет корпусом. Видимо, что он подныривает постоянно под удары Степанова и где-то ищет свою дистанцию. Прежде всего, конечно, Гоголин опасен в ударе ногами. А сейчас хороший боковой в печень закинул Гоголин и тут же пропустил ответ. Улыбка такая нехорошая, злая улыбка появилась у Гоголина на лице после пропущенного удара. Видно, что прочувствовал он это попадание Степанова, но разозлился. Сейчас снова пропускает Гоголин. Здесь настоящая битва характера. Степанов и настоящий берсерк. Ой, снова в пах. Да что ж такое? Тут под ногу попадает Степанов. Обменивались лоу-киками бойцы, как такое часто происходит. Тот, кто пробивает первым, попадает не в бедро, а в пах. И на сей раз это сделал Александр Степанов. И уже второй раз за первый раунд Андрей Гельман такое последнее строгое устное внушение сделал орловскому бойцу. Дальше уже может последовать санкции в виде снятого балла. Но есть время у Андрея Гоголина прийти в себя. Видно, что прочувствовал он это попадание. И гримаса пока болезненная не сходит с лица рыжеволосого бойца из Подольска. Выступает Андрей Гоголин в бойцовском клубе «Раунд», тренируется в нем и выступает, соответственно, как представитель подольского клуба «Раунд». Сегодня его секундирует известный специалист и в прошлом очень неплохой боец Константин Нестеров. Не первый раз Константин привозит своих подшефных на турниры «Emerald Fight». Ну и чем славны подшефные Нестерова, они, как правило, такие безбашенные рубаки. Но вот Андрей Гоголин совсем в другом стиле работает. Он
все-таки в большей степени хочет работать на технику. Классный здесь, классный бэк-кик от Гоголина. И нашел он брешь в обороне соперника. И видим мы, что Гоголин до сих пор еще не пришел в себя от попадания в пак. Сейчас уже после того, как прозвучал гонг, снова он так попытался попрыгать на пятках. Не очень по-прежнему хорошо себя чувствует Гоголин. Очень бы не хотелось, чтобы именно этот момент как-то помешал бойцу из Подольска продолжать поединок. Вот смотрим мы самые яркие моменты в исполнении бойцов в первом раунде. Вот тот самый бэкфист от Андрея Гоголина. Но Александр Степанов даже не присаживается во время перерыва на табуретку. Так он раскачиваясь, с таким слегка ошалевшим, озверевшим лицом, слушает Александра Тена, своего орловского наставника. Ну и спокойно все в углу у Андрея Гоголина. Здесь Константину Нестерову секундировать Андрею помогает нижегородский катман Евгений Куликов, который практически на всех турнирах Emerald Fight, да не практически, а вообще на всех турнирах Emerald Fight он выступает в качестве катмана. Бэкфист от Андрея Гоголина начинается именно с этого технического действия. Второй раунд жестко бьет Степанов. Слышим мы эти хлопки. Ну и в клинче. В клинче можно работать 5 секунд. Напомню, что поединок по правилам Emerald Pro. В течение 5 секунд вы можете придерживать соперника и бить его коленями. Снова гонит в угол Александр Степанов Андрея Гоголина. Довольно легко от ударов Гоголина уходит. От ударов Степанова уходит Гоголин. И сейчас вертушка в бедро получилась у Андрея Гоголина. И это тоже очень неприятный удар. Преснопамятный Энди Хук, легендарный швейцарский кикбоксер и каратист, такими вертухами в бедро уронил очень много народа. Ну а Степанов пока как будто не чувствует попадания по себе. Постоянно он просто валит вперед и, стараясь зайти на ближнюю дистанцию, начинает пробивать сопернику корпус. Но пока дышит хорошо Андрей Гоголин, это значит, что удары Степанова действия не возымели. По-прежнему много перемещается по рингу Андрей Гоголин, и у него есть такая фишка, он после серии уклонов выбрасывает апперкот с передней руки. В первом раунде один раз попал он в бороду своему сопернику, но не успел. Видимо, достаточно не вложился, не уронил. Еще один раз этот удар он перевел в корпус и тоже так попал куда надо, за локоть зашла перчатка Гоголина. Явно определенный дискомфорт Степанову доставил. Ну а сейчас Степанов продолжает давить. Кстати, не очень много бьет ногами Александр Степанов. Если бьет, то, как правило, по нижнему этажу бьет лоу-кики. Колено, ну, какое-то уж очень скромное. Такими коленями, конечно, даже на любительском уровне никого не напугать и не остановить. А вот на руках Степанов неплох. У него быстро вылетают и прямые удары, и хорошо он бьет боковые удары и снизу по корпусу. Наверное, не хватает Степанову изобретательности. Так он в лоб старается идти на соперника. Так, сейчас после своего же действия падает Андрей Гоголин. Но этот боевой ритм, который у нас под аккомпанемент барабанов в ринге нарастает, так уже видно, что начинает заводить и обоих бойцов, и публику. Хороший опять мидл-кик от Андрея Гоголина. Он уже в первом раунде такой выбрасывал. Ставит переднюю ногу назад и потом амплитудно бросает оттуда в попытке пробить сопернику в печень. Ну, кстати, и по защите, когда такие удары пролетают, ими можно очень серьезно травмировать предплечье. В тайском боксе на стадионах Таиланда неоднократно видели мы нокауты, когда после блока рукой просто-напросто ломается предплечье. Завершен раунд под номером 2. Вновь Александр Степанов поджал соперника в угол, но так доработать до конца раунда не успел. И сложно сказать, кому уйдет эта двухминутка. С одной стороны, Степанов работает первым номером, он постоянно давит, он выбрасывает намного больше ударов, но они все приходятся по защите. Андрей Гоголин старается все-таки работать зряче и
где-то подлавливает соперника. Несколько раз у Гогорина это получилось. Достаточно ли это для того, чтобы забрать победу в раунде на судейских карточках? Вопрос тяжелый. Смотрите, обратите внимание, Александр Степанов после второго раунда все-таки присел на табуретку. И Александр Тен такой настоящий массаж ног устроил Александру Степанову. Видимо, подзабились, подзакислились и руки, и ноги у бойца из «Орла». Он так довольно тяжело дышит, но он и после первого раунда тоже каким-то слегка осоловевшим выглядел. Так, видимо, просто настолько сконцентрирован на поединке Александр Степанов, что немножко выглядит безумно. Стартовал третий раунд, в котором мы с вами должны узнать ответ на вопрос, кто же станет победителем первого боя основного карда турнира Emerald Fight 6. Александр Степанов, он в красных перчатках, в черных трусах, из «Орла». Или Андрей Гоголин в синих перчатках и белых трусах, представитель подмосковного города Подольск. Ну и «Орел» и Подольск – это настоящие столицы единоборств в Центральной России. Огромное количество звездных бойцов из «Орловской» школы вышло, кикбоксинга и тайского бокса из «Подольской». И сегодня мы уже видели на ринге бойца из «Подольска» Гектора Григоряна. Александр Андрей Гоголин продолжает бойцовские подольские традиции. А представляет Александр Костский карате. В этом виде спорта он стал чемпионом страны. У Александра Степанова на любительском ринге поскромнее. Он побеждал на чемпионате ЦФО по кикбоксингу и на последнем чемпионате России, который в декабре прошлого года проходил в Перми, если я правильно помню, выиграл бронзу. Такое есть ощущение, что больше делает ставку Степанов на профкарьеру, где у него уже сегодня 12-й бой, 7 побед на профринге у Александра Степанова, при том, что ему всего-навсего 19 лет. Гоголину 21 год, и он сегодня дебютирует в профи. Ну вот, в третьем раунде пошел вперед уже Гоголин. И видим мы, что после нескольких попаданий прямыми и боковыми ударами разбит нос. Причем довольно сильно разбит нос у Александра Степанова. Тут еще и колено вылетает от Гоголина. Причем в таком тайском стиле он высоко вынес колено вверх. И потом таким протыкающим ударом направил его в область солнечного сплетения Александру Степанову. Начинает пятиться Степанов. Не свойственно это для орловского бойца по первым двум раундам, но похоже, что начинают заканчиваться силы у представителя школы Андрея Чадина. И этим пользуется Гоголин, он давит и давит. Сейчас с дальней руки забросил Гоголин амплитудный боковой и пропустил Андрей Гоголин после того, как выкинул свой излюбленный апперкот с передней руки. Остался на ударной дистанции, несколько ударов влетело в голову бойцу из Подольска. Но вот наконец-то ожил Александр Степанов, понял, что может победа в этом поединке уплыть из его рук, если продолжит он пассивничать, и снова пошел вперед. Ну, попытка бэккика от Андрея Гоголина очень затянута, все-таки силы не безграничны, и у этого парня тоже. Он сейчас хорошо обманул Андрей Гоголин соперника. Показал, что пытается уйти вправо и выбросил с левой руки удар. Причем поменял стойку еще Гоголин. И все. Здесь уже такой удар усталости от Андрея Степанова, от Александра Степанова. Он так вроде бы донес кулак до челюсти соперника, но тот предательски скользнул вниз, потому что просто, видимо, настолько закислились руки у Александра Степанова, что удержать их на весу было не по силу. Яркий бой, в котором мы с вами дождались судейского решения, второго за сегодняшний вечер. И через считанные секунды ринг-анаунсер Михаил Марков, который уже в ринге, объявит нам имя победителя первого боя основного карда турнира Emerald Fight 6. Пока мы с вами в ожидании судейского решения, напомню, что скоро на метарскую позицию придет сам Артем Пашпорин. Так, не будем торопиться с Артемом Пашпориным. Судьи не пришли к единогласному мнению.
А это означает, что нас ждет экстра-раунд. На мой взгляд, само по себе назначение экстра-раунда – это уже тяжелейшее испытание и для Степанова, и для Гоголина, которые под занавес третьего раунда уже выглядели весьма уставшими. Сейчас им нужно собрать в кулак всю свою волю. Вот это и есть профессиональный спорт, где ты, казалось, уже завершил поединок, но неожиданный сюрприз и новое тяжелейшее испытание в виде экстра-раунда. Вообще промоушен Emirate Fight славен своими экстра-раундами, и как в одном из интервью рассказывал один из наших ведущих бойцов Андрей Дудин, именно в экстра-раунде проявляется настоящий характер бойца, и ты можешь показать в нем именно то, что не успел показать по ходу основного времени поединка. Посмотрим, есть ли что-то в запасе у Александра Степанова и Андрея Гоголина. Просит Андрей Гельман полотенчика, чтобы протереть своего, не своего, конечно же, а орловского бойца, которого изрядно облили водой секунданты. Ну и также подготовили секунданты Андрея Гоголина. Поработал с ним катман Евгений Туликов. И мы с вами в предвкушении решающей трехминутки. Первый бой, который сегодня дошел до экстра-раунда. Александр Степанов и Андрей Гоголин, которые вчера заявили, что бьются за попадание в Вальхаллу, сегодня получили по-настоящему испытание берсерков. Ну и, похоже, успел передохнуть Александр Степанов. Вновь понесся он вперед, выбросил колено. Правда, колено уже было после команды «Стоп». Андрей Гоголин выбрасывает сайд-кик здесь. Но здесь, по-моему, тоже после команды «Стоп» был нанесен удар. Вот куда он пришелся, надо разобраться. Ниже пояса Степанов не бил. Видимо, он попал в корпус и сбил Гоголину дыхание, но Андрей Гельман до этого сказал «стоп», поэтому в любом случае этот удар, куда бы он ни пришелся, не будет засчитан. Вот смотрим повтор. Но тут, скорее, мне кажется, даже как-то попал не коленом, а бедром в голову своему сопернику Александр Степанов. Но Гоголину стало на какой-то момент нехорошо. Сегодня несколько раз попадал в пах Гоголина Степанов. Так, наверное, по совокупности Степанов на штрафной балке уже наработал. Но, конечно, в экстра-раунде рефери будут очень внимательны к тому, чтобы раздавать штрафные очки. Ох, сейчас пропускает Гоголин. Потому что в экстра-раунде, конечно, снятый балл – это вообще равносильно смертельному приговору. Постоянно очень низко наклоняет голову Гоголин, и он уже сам сейчас получает предупреждение от Андрея Гельмана, потому что так наклонять низко голову опасно прежде всего для себя, и здесь какое-то шальное колено, да и удар ногой могут влететь, и сам Гоголин будет в этом виноват. С опущенными руками уже очень долго стоит напротив соперника Андрей Гоголин, и вот его зацепил, пускай и достаточно легким ударом, Степанов, но Гоголину нужно собраться. Понятно, что очень устал боец из Подольска. Это было видно еще по третьему раунду. И снова колено от Степанова. Успел он прихватить шею соперника. Это делать можно. И тут же выбросил колено, потянув слегка на себя. Играет корпусом Гоголин, но начинает он снова низко опускать ногу. Сейчас понравилось действие от Александра Степанова Дмитрию Васиньеву, чемпиону мира по кикбоксингу, итальянскому боксу, который в этом бою секундирует Александра Степанова. И гонит в угол Александр Степанов Гоголина. Бэкфист мимо, а вот удар ногой в область груди приходится в точку. Но Степанов явно забирает экстра-раунд. Андрею Гоголину срочно нужно искать второе дыхание, иначе придется ему уехать в Подольск ни с чем. Снова сбивает своего соперника Степанов фронт-киком. Разножка, колено с разножки. Не хватает тайминга немножко Александру Степанову. Он понимает, когда надо бить, но все-таки запаздывает с нанесением удара. И Гоголин успевает либо перекрыться, либо просто отойти на безопасную дистанцию. И несколько ударов коленями и ногами просвистели в опасной близости от Гоголина, но все-таки его не застали. Вот оно. Вот он, спурт финишный от Андрея Гоголина.
и сходятся здесь уже в центре ринга бойцы. И звучит гонг. Шикарный бой, за который мы можем только поблагодарить и поаплодировать обоим бойцам. Ну и теперь уже у судей не будет другой возможности, кроме как назвать нам имя победителя поединка. Александр Степанов, Андрей Гоголин. Смотрим самые яркие моменты экстра-раунда и ждем объявления от ринг-анонсера турнира Михаила Маркова. Ну а на комментаторскую позицию уже пожаловал чемпион мира по профессионалам по кикбоксингу и тайскому боксу Артем Пашпорин, которого мы с минуты на минуту подключим к нашему эфиру и прокомментируем со звездным нижегородским бойцом со главное событие турнира — бой Юрия Кузьмина и Александра Абашкина. Четвертого экстра-раунда. Единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла из Акма. Александр Степанов забирает победу в этом бою, выиграв в экстра-раунде.